Якутск выполнил программу по переселению из аварийного жилья. В столице торжественно вручили ключи новоселам в многоквартирном жилом доме по адресу переулок Космонавтов Германа Титова, 2/3. Всего, начиная с 2013 года, жилье в Якутске получили свыше 2000 семей, участников предпрограммы переселения. По словам министра архитектуры и строительного комплекса региона Веры Кузаковой, программа переселения из аварийного жилья в республике набрала высокие темпы. К вводу в эксплуатацию готовы уже 124 многоквартирных жилых объекта, из них за последнюю неделю августа планируют ввести 94 объекта. 13 муниципальных образований из 42 уже завершили программу переселения, Якутск среди них. Объекты у нас законтрактованы, есть четкое понимание к завершению. Конечно, к 1 сентябрю мы не завершим в полном объеме в тех задачах, которые были поставлены. Это надо было расселить, заселить граждан к 1 сентябрю. Мы завершим все основные строительно-монтажные работы к 30 сентября. Некоторые в поселках 15 октября завершают. Но в любом случае мы последних граждан переселим до 1 декабря этого года.